Всем доброе утро. 19 октября, четверг. Собираюсь на работу. Так, еще в субботу у меня длинный день. Сегодня длинный день. Так, кофе попила. 7:30 утра, через 10 минут надо одеваться, выходить. Что у нас там на улице? Плюс 6. Ну, нормально. Для конца октября, для середины. Ну, считай, третья декада октября. Небо такое пасмурное. Дождь может быть. Надо зонтик с собой брать. Такая вот погодка. Так, 6 градусов. Вечером 4. Если я допоздна, вечером будет холодно, но в пальто поеду. Все-таки теплее, чем в куртке тоненьком, которую купила в прошлом году, синяя. Вчера на стройке тут работали допоздна, где-то до 12 ночи, до полпервого. Сейчас вот уже 7:30, они уже это работают, котлован копают. Большинство рабочих не видно, но вот в одном месте копают, в другом заливают. Котлован продолжает копать, грунт увозит. Я все никак это в интернете немножко почитала про этот, нашла вот этот ЖК-планерный. Там в основном вот тут новый дом построенный, нарисован. А вот этих новых еще, которые планируются там. Но я посмотрела. Там будет один дом вот по дальнему краю. Вот такой изогнутый дом будет, как полукругом, можно сказать. И потом еще прямо будет несколько. Они там разноступенчатые какие-то, в общем, непонятные какие-то дома. Разноэтажные, от 9 этажей до 17. Ну, правильно, разноэтажные, иначе тут будет бетонная стена просто. Вот как там. Там хотя бы две башни, а тут их не знаю сколько будет. 6, 7, 8. Кошмар, короче. Вот то, что дальше лес. Этот лес, слава богу, он не относится к Химкам, это московский лес. Поэтому ничего там строить не будут. Никто не разрешит этот лес вырубать. Единственная новость, которую услышали на днях, что вот там на перекрестке у нас делают круговое движение. И, возможно, мы тогда из своего двора в город сможем выезжать по кругу, так сказать. А так только через МКАД едешь. На МКАД, там разворачиваешься, едешь обратно, чтобы в город въехать. Раньше был поворот, или прямо было, я уж не помню. По-моему, прямо можно было по улице проехать, а сейчас через МКАД только развернешься потом в город. Ерунда какая-то. Так, собираюсь я на работу. Еду положила. Сегодня длинный день. Я уж не так уж и много еды беру. Но тут еще пока есть. В пятницу надо будет в магазин сходить с продуктами. Ну, завтра. Но пока еще кое-что есть. Мяса, по-моему, нет. А так все есть. Что-нибудь куплю, в пятницу схожу. Или курицу, или еще что-нибудь. Так, сколько до отпуска осталось? Раз, два, три. Так, раз, два, три, четыре. 4 недели еще до отпуска. Короче, до 14 ноября мне еще работать. Ну, короче, во вторник 3 недели останется. Так, зарплата еще будет 31-го. Пенсия будет 3-го. Аванс 15-го. И отпускные. Отпускные, наверное, с авансом дадут. Потом после отпуска 30-го остатки получу. Что там останется.
Блин, я тут на днях что-то это тупанула. У меня там кредитная карточка закончилась. Она у меня была 5 лет. Я последний год я ей практически не пользовалась. Ну или полгода. Вот. Короче, она у меня в октябре заканчивается, в конце месяца. И мне сделали новую. Я что-то тыкала там, смотрела, что за карточка. Ну, вроде такая же, только немножко другая. Ну, Сбербанк. Я, короче, там случайно тыкнула, и я ее активировала. Я вообще-то ее не хотела даже получать, потому что решила не пользоваться. Вот. И я нажала, активировала. То есть, получается, я могу ей пользоваться, но у меня ее нет. Вот если только с телефона как тратить, как скан. Сканером. Вот. Но я думаю, ну что делать, раз я ее активировала. А, и как только я новую активировала, старая исчезла. То есть старую они меня закрыли моментально. Хотя еще до конца месяца там можно было пользоваться. И вот, блин, позавчера с работы ехала. Короче, зашла, решила забрать ее. Ну, раз я ее активировала, думаю, надо забрать. Вот, зашла. Думала, сейчас быстро заберу и домой. Они меня мурыжили полчаса. Введите пин-код. Еще раз введите пин-код. Перезагрузите Сбербанк. А у меня что-то телефон. То ли память засрана, загружена. Стали обновлять этот обновление поставить на Сбербанк. Так оно у меня грузилось минут 15. Она говорит, ну давайте подождем, сейчас у вас загрузится. И вот я пока сидела, она мне парила мозги. Давайте, а я злая, голодная, уставшая. Я вообще ела последний раз 11:30 на работе. Ой, 12:30 обед был на работе. А время уже 6:30 или 7, около 7, короче. Я думала, сейчас заберу быстренько. Ну, дело 5 минут забрать карточку. Вот. Она меня мурыжила полчаса. Я уже злая такая сижу. У вас тут кэшбэк. Давайте что-то подключим, что-то оплатим. Всего 1800. Я говорю, ничего мне не надо. Ну, вы же с бонусов заплатите. У вас тут бонусы скопились. Я говорю, ничего мне не надо. Говорю, давайте, я вас заберу карточку и пойду. Ну, у вас же еще не обновился Сбербанк. Подождите. Давайте, вот он сейчас загрузится. Мы проверим, а вы пойдете. 6:30 мурыжили. Я уже прокляла все на свете. Я уже хотела швырнуть в нее в эту карточку и уйти. Потому что, я говорю, знаете, я вообще ее не хотела забирать. Говорю, потому что, ну, случайно нажала, активировала. Вот, ну, думаю, раз нажала, надо забрать, зайти. Прокляла все на свете. Думаю, нахрена я туда пошла, нахрена я ее активировала. Ну, конечно, хорошо, когда какая-то заначка лежит на непредвиденные случаи такие всякие. И вот, а сейчас я там порылась в настройках. Там, оказывается, можно нажать кнопочку и, ну, отказаться от нее, отменить. Вот я и думаю, может, мне вообще ее отказаться нафиг от этой карточки. Зачем она мне нужна, так подумать. Во-первых, она у меня, ну, как бы... В Сбербанке, ну как Сбербанк онлайн, в телефоне она у меня, эта карточка. Вот так вот, если я потеряю телефон, какие-то мошенники туда могут залезть и подобрать как-нибудь пин-код или сменить. Там какой-то новый вид мошенничества появился, могут там это что-то там сделать с телефоном и зайти, короче, туда. Короче, я хочу, откажусь я, наверное, от этой карточки нафиг. Там есть такая красная строчка, ну, то есть отказаться от карты. Ну, я ее получила, но я, наверное, могу ее либо заблокировать, либо отказаться от нее. Что-то я думаю, что лучше не надо мне эту карту. Нафига я поперлась вообще за ней? Ну, она у меня была, ну, как бы лежала, вроде удобно, на крайний случай, чем-то так вот, чтобы зарплату не ждать, раз там... пошла, потратилась, потом положила, вернула. Но в наше время лучше не иметь вот таких карточек, нафиг они нужны. Так, все, ребятки, мне надо бежать на работу. Уже пора выходить. Всем пока-пока.